Красота. 3 месяца, говоришь, уже прошло? 3,5 месяца прошло уже. С момента постройки купели. Да. И вот мы приехали, получается, в конец марта. Да? Последний день марта. И хотим сейчас проверить, как пережила, вот перезимовала наша купель, здоровье. Как она себя чувствует, ничего ли не сломалось, не вывалилось. Потому что все-таки земля была каленая, глина, щебень, может там что провалилось, нет. Очень надеемся и ждем, что все, в принципе, в рабочем состоянии. Все осталось на своем месте, ничего не сломалось. Мы уже близко. Табличка висит. Ты уже отсюда ее видишь? Да. Вау! Висит. Вон она. Где? Вон а, она. Да. Ну ладно, давайте. Задерживаем дыхание и скрещиваем пальцы. Ну давай. Да, посмотрим, насколько мы хорошо сконструировали, как она держится. Пережила ли зиму, в то же время, вот сейчас вот весна, все тает. Вода, потоки воды могли смыть что-то. Вау! Вот наша щебеночка, все на месте. Да, немножко больше стало уходить, но в принципе не насильно, да? Много упала вода, да? Вон там она сама себе проделала отверстие. Если там закрыто, то, конечно, больше поднимется. Вон ветка какая-то упала, это все можно будет сейчас прочистить. Она была чуть повыше, где-то сантиметров на 10, да? Вот здесь, мне кажется, вода. Нет? Или так и было? Так и было. То есть все как нормально. А там она, смотри, нашла себе небольшой проходик. Вот отсюда водичка вытекает. Немножечко сюда вышла. Вот здесь вот. Нет? Нет, она такая там и была. Была, да? Вот так вот, дамы и господа. Купель-то здоровье. Живет. Ура! Очень-очень радостно, что так получилось. Что, смотри, все пережила. Наполняется, прозрачная. Надо купаться. Я полезу. Давай. Идет расчистка. Видишь, здесь он приплыл что-то. Ну вот она приплыла. Угу. Но здесь намело, Серег. Грязь? Угу. Нет, она не то чтобы грязь. Вон то ветка. Ага. Песок. Все песок, да? Песок намыло. Понял. Тогда прикрывайся, и я тебе сейчас засниму сверху. Фу! Все, погнали. Прикрывайся. Попробуй туда совсем сесть. Не успела.
Пойдем на середину. Да. Пляж ушел под воду. Thank you.